Всем привет, дорогие друзья! С вами Денчик, вы на канале Блог сельского жителя. И сегодняшняя серия опять посвящена нашему микроавтобусу Volkswagen T3. Сегодня я буду менять на нем руль. Буду менять штатный, узкий, некрасивый руль с неработающим сигналом, который я показывал и рассказывал, что с ним не так, в обзоре о нашем бусике. Кто, кстати, не видел обзор, под этим видео я оставлю ссылочку. Так вот, я решил этот руль заменить на более стильный и чуть-чуть меньше в диаметре. Я рассматривал разные варианты и от Passat B3, и от Golf 2, 3, и от T4 транспортера. Но они мне как-то не очень нравились. И тут мне на глаза попался руль от B2 Passat. При том, что на B2 Passat были разные рули. Там на базовой комплектации был вообще такой бомжатский руль, совсем некрасивый. Но на топовой версии был очень даже симпатичный руль. И я решил, что именно его я хочу себе установить на T3 Volkswagen. Вот этот руль. Я его купил. Вчера этот руль мне приехал, я его забрал. Он немножко меньше в диаметре, чем штатный. По толщине, по хвату плюс-минус такой же, только из более мягкого материала. У него тут две кнопочки сигнала, то есть центральная это не кнопка, а вот эти боковые это кнопки сигнала. Ну и самое главное, что у него крепеж под узкий вал. Потому как если ставить более современный руль, то пришлось бы делать это все через переходник, которого у меня нет, который нужно было бы искать, а мне этим не хотелось заниматься. Вот, поэтому очень классно, что этот руль как раз нам подходит по валу. Сейчас я вам покажу напоследок, как выглядит мой старый руль, пока он еще на месте. Вот такое вот безобразие. Причем, напомню, кнопочка у меня не работает. Здесь кнопочки отверстия, потому что сюда бывший хозяин пытался вывести врезную кнопку. В итоге у него ничего не получилось, и он кнопку перенес вот сюда. Также, как я говорил в обзоре, у меня очень высокое сиденье, потому что оно не штатное. И маленькое расстояние между рулем и сиденьем. Здесь очень сложно пролазить сюда. То есть сидеть еще нормально, но вылазить и залазить не очень удобно. Так, ну что, гаечку я уже отвинтил. Но полностью не снимал, оставил вот на одном-двух витках и расскажу вам для чего. Если будете снимать руль, обязательно делайте точно так же. Очень часто бывает такое, что руль закисает на шлицах и его приходится сдергивать с очень большим усилием. Так вот, если вы гайку скрутите совсем и будете сдергивать на себя руль, в итоге, когда вы его сдернете, то с большой долей вероятности вы зарядите себе этим рулем в лоб. Ну или в нос. Это будет очень неприятно, а особенно если это будет сломанная челюсть, это будет совсем неприятно. Поэтому оставляем гаечку чуть-чуть наживленную и пытаемся сдернуть руль. Ну вот в моем случае он очень легко сдернулся, все, теперь его можно откручивать и просто брать и снимать. И ставить на его место новый руль. Так, ну что, я установил новый руль, очень стильно смотрится. Сейчас проверю, как он будет себя вести на ходу, насколько будет удобно с более мелким рулем ездить. Я уже предвкушаю, что крутить его будет сложнее, особенно на малых скоростях и стоя на месте. Но ничего, будем качать руки. Вот едем нам на первой передаче, и отлично руль крутится. Чуть-чуть туже, но я бы не сказал, что это критично. А с учетом того, что он маленький, его легко перехватывать и вообще без проблем. Вот попробуем остановиться и на месте выкрутить. Ну да, на месте немножко сложнее, но вот если чуть-чуть покатился, то уже вполне-вполне себе нормально. Так что вот такой вот руль. Отлично смотрится, очень удобный. Будем ездить. Блин, село, а тут такое движение, как будто на Крещатике. Вообще отлично. Если вам понравилось видео, поставьте обязательно лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видосов. С вами был Денчик, это канал Блог сельского жителя. Всем удачи и пока!